Представляем вашему вниманию главные новости антикоррупционной службы Алматинской области за прошедшую неделю. Департаментом за прошедшую неделю в рамках проекта «Антикор Лайф» проведено 7 эфиров, в рамках проекта «Адалкомек» проведено 19 разъяснительных эфиров. Награждены представители СМИ и общественники Алматинской области, внесшие свой вклад в реализацию антикоррупционной политики. Проектный офис «Жетсу Адалдык Алаңы» совместно с акиматом Алакульского района провели областной конкурс статьей «Адал Калам». Отсняты очередные социальные ролики в Алматинской области. Департамент совместно с проектным офисом Алаколь Адалдык Алаңы подготовлен разъяснительный анимационный видеоролик на тему «Коррупция и опасные явления». Снят анимационный видеоролик на тему «Сыбайлас жемқорлықты азайту үшін нақты не істей аласыз». Департаментом совместно с отделом внутренней политики Елейского района Алматинской области отснят очередной социальный видеоролик на тему «Жемқорлық жақыныңнан айырады». Департаментом агентства по Алматинской области при поддержке киностудии «Жетсу Фильм» Inspire Creative Grow подготовлен короткометражный анимационный фильм «Что ожидает коррупционера после смерти». Департаментом совместно с проектным офисом «Жетсу Адалдык Алаңы» подготовлен креативный анимационный социальный ролик на антикоррупционную тематику. В целях укрепления связей между населением и властью, установления прозрачности и обратной связи с населением в районах Алматинской области опубликованы контактные телефоны акимов, заместителей, руководителей отделов и акимов сельских округов. Новостные сюжеты о проводимой работе департамента на республиканских и областных телеканалах. Аудандық әкімдік пен Жетсу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында департаментпен за совместный труд антикоррупционная служба наградила. Конечно, всегда приятно, что тебя не забывают, что твой труд авторские ценят. Новостные статьи о проводимой работе департамента на страницах республиканских информационных агентств и журналов.